Это у меня вопросы будут, я так понял. Друзья! Каким же удивительным образом на моем канале появляются вот такие вот прекрасные исполнительницы. С удивительным голосом. Это Ксюша. Ну, вообще Ксюта, как вы знаете, Ксюта. Это Ксюша Соломонова. Да, мы давно знакомы. Споем для вас песню «Я встретил розу». О, в таком варианте точно вы ее не слышали. Я встретил розу, роза цвела, шипов колючих, роза полна. Я встретил розу, ой, роза цвела, шипов колючих, роза полна. Я встретил розу, ой, роза цвела, шипов колючих, роза полна. Сказал я розе, ой, я в сад вернусь, на этой розе, ой, я и женюсь. Сказал я розе, ой, я в сад вернусь, на этой розе, я и женюсь. Я в сад вернулся, ой, хожу, брожу, шипов колючих не нахожу. Я в сад вернулся, ой, хожу, брожу, шипов колючих не нахожу. Ой, парни, парни, ой, вам мой совет, не рвите розы, 17 лет. Ой, парни, парни, ой, вам мой совет, не рвите розы, 17 лет. Розы прекрасны, ой, розы нежны, их ароматы всем нам нужны. Розы прекрасны, ой, розы нежны, их ароматы всем нам нужны. Розы прекрасны, ой, розы нежны, их ароматы всем нам нужны. Аплодисменты за кадром. Ну, я надеюсь, хорошо получилось. Пойдет, оставим так. Обязательно оставляйте, да, конечно. Слушайте, ставьте.